Дорогие друзья, 18 марта именно вам определяет направление развития нашей страны. Мелкий ремонт государственной машины уже не поможет. Мы предлагаем менять курс и строить нашу страну на принципах социализма. Россия – богатейшая страна, и у нашей страны много денег. Стыдно, когда в самой богатой стране мира люди получают мизерные зарплаты и пенсии. Пора вернуть в собственность государства центральный банк и стратегические отрасли экономики. Бедные не должны платить подоходный налог, а богатые должны платить гораздо больше. Средний и мелкий бизнес получат защиту и поддержку, а кредитная и ипотечная зависимость уйдет в прошлое. Мы объявим войну коррупции. Все будут равны перед законом. Деньги, заработанные в стране, останутся в России. Моя команда – это все мы, честные граждане нашей страны. Вместе голосуем за справедливость, за наше будущее. Павел Грудинин. Президент, которого ждет Россия.